Финальный день соревнований по сноукайтингу – праздник для всего города. На фестивале «Жигулевское море» – шоу-программы, мастер-классы по зимним видам спорта, множество состязаний. Так, например, выглядит Кубок всех миров по кёрлингу с чайниками. На каких континентах даже не так? А это метлобол – оригинальная игра, у которой, в общем-то, нет правил. Все хаотично бьют по мячу, а если он ударяется в стенку, кричат гол. По итогу нет ни победителей, ни проигравших. Главная задача игры – получить хорошее настроение. И таких интерактивно-игровых площадок здесь около двух десятков. Там лотерея, здесь 3-4 конкурса, там еще конкурс идет. Еще постоянно там танцы какие идут, постоянно что-то поют. Просто супер вообще. Пока горожане развлекаются, спортсмены ждут у моря погоды. Из-за штиля старт гонок в финальный день этапа Кубка мира откладывается снова и снова, что добавляет драматизма. Ведь одни надеются, что ветер поднимется, а другие, что нет. Я сейчас на первом месте с зазором в одно очко. Вот. И любая гонка может поменять любой расклад. У нас в лыжах первое, второе место с минимальным отрывом и третье, четвертое вообще с равенством очков. Победил штиль. Призеров гонок в Тольятти определили по предыдущим дням соревнований. С 21 февраля прошла полная программа – фристайл, курс-рейс и марафон, а также детские и юношеские заезды. Уровень организации этапа Кубка мира в Тольятти высоко оценил секретарь Международной федерации кайтбординга Маркус Швентнер и выразил желание возвращаться сюда каждый год. А министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что в нынешнем году фестиваль получил серьезную помощь от региональных властей и поддержан губернатором Самарской области. Тольятти всегда исторически был сильно развит парусный спорт, и у нас есть два отделения, это в Тольятти и в Самаре, и мы исторически поддерживали эту дисциплину. От имени губернатора могу сказать, что данный проект будет всегда поддержан. В 2024 году кайтбординг включен в программу летних Олимпийских игр, так что у 63-го региона есть все шансы подготовить к ним спортсменов. Ирина Грумеза, Андрей Костомаха, новости губернии, Тольятти.